Добрый вечер, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова я, Куик, и сегодня мы с вами встречаемся в игре Stalker Star Wars DC, и это уже 24-я серия наших с вами приключений, и продолжаем, разумеется, продолжаем. В прошлой серии у меня была прям сногсшибательная удача, такой удачи не было ни у кого, FPS, 50 FPS, нормально. И вообще все было замечательно, так-то, ой, ё-моё, сейчас поначалу, как обычно, лаги, но не только поначалу, 20, 30, 20, 20, 20, 30, все. FPS, сейчас FPS будет нормально, то есть... Что с тобой, игра, что с тобой? Нормально, 50 FPS, 40, это не я, если что, это не я, все, у меня с FPS все нормально, так. Мне вот интересно больше, где моя машинка находится, мне вот это вот больше интересно, а вон моя машиночка находится, да. Это же моя машиночка, скажешь, моя, да? Да? Это не моя машиночка, а где моя машиночка? О, здравствуйте, что это у вас тут? Ничего. Ножка. И что мне прям в глаз отсвечивать сейчас? Штора. Надо бы закрыть, наверное, я не знаю. Давайте сейчас закрою. Ну все, я закрыл, теперь мне вроде как не должно так сильно отсвечивать. Ну, в принципе, так, отсвечивать чуть-чуть. Но тут я уже не в силах что-то изменить. Здравствуй, бывай. Так, погоди, где моя машина? Где моя машина? Это не она. А нифига не она. И это не она. А где? Вот сейчас не понял. А где моя машина? А где моя машина? А может она вообще не здесь? Слышь! А машина-то моя где? Я же бежал от выброса скрываться. Точно она там находится. Блин, вот это я испугался уже, дурачок. Фух, ну вот, слава богу, нашел я свою машинку, все-таки слава тебе, господи. Только, блин, чтобы найти эту машину, блин, долбаную, мне пришлось посмотреть свой видос, вот эту 23-ю серию, посмотреть последние моменты, отыскать момент, где я ставил вообще этот автомобиль, потом с трудом по этим вот моментам нашел, вот там по этому, под... как она называется, по тарелке по этой, по спутниковой, нашел нафиг, в конце концов, нашел. И вот, в принципе, я очень-очень сильно рад, только почему-то бензина у меня очень мало. Так, ну хорошо, куда мне надо в мертвый город? Нафиг пошли. Мне надо не в мертвый город, мне надо, значит, вот сюда мне надо, вот так вот, вот да. Нет, сначала отдать документы Петренко, вот сюда, значит, не надо, вот. Вот на металлургическую фабрику, вот туда вот прямым ходом нафиг, я и поеду. Да. Только... я сейчас нафиг только куда-нибудь в аномалию попаду. Будет не совсем весело. И будет у меня бомбить, пригорать. Придется такой вот материал вам отдать. Я не знаю, всегда стараюсь что-нибудь сказать по рифме, но не всегда получается. И я сижу с таким грустным лицом... в надежде придумать какую-нибудь замечательнейшую шутку. Пойми. Вот о чем я и говорю. Ай, блин. Хорошо, я запомнил. Я запомнил, где это говно находится. Это дурацкая нафиг аномалия находится. Теперь буду смотреть повнимательнее. Итак, фары, вруби фары. Едем медленно и осторожно. Смотрим, есть ли рядом нафиг долбанная аномалия. Медленно и осторожно продвигаемся. И, похоже, выезжаем. И аномалия нам больше не страшна. Будем надеяться на это. Итак. Все! Спокойно. Выключи фары. Ура, все, мы выехали, заезжаем теперь. Так, спокойненько. Это значит забор, значит вот понятно. Я чисто сверился с карты хотел, ну чтобы проехать спокойненько и не тратить лишний бензин на поиски этого прохода дурацкого. Это куда вообще ведет-то? Все, говно. Остановись. Ты фризишь, что я не могу понять. На металлургическую фабрику, я же забыл. Там же через эту металлургическую фабрику проезжать надо. Точно. Как это я мог запамятовать? Так. Здесь что?
Ну да, здесь. Только не застрять бы теперь. Не застревай, моя черешня. Не знаю, почему тут черешня. В общем, встречаемся на металлургической фабрике. Вот веселуха-то, друзья. Пока, блин, грузился, слава богу, хоть не при записи. Пока грузился, нафиг свет выключили. Да, и где это я? Я сразу в баре? Да ладно! Да ты чё, шутишь-то? Ты шутки со мной шутить вздумал? Каким образом? Ах, я сразу в баре? Да ну на. Что это нафиг такое? Я там не проеду, да? Я понял, здравствуйте, до свидания. Я был рад с вами повидаться. В общем, спасибо за ваши услуги. Извините, я поехал. Хорошо? Я поехал. Можно мне поехать уже? Спасибо большое, спасибо за ваши услуги. До свидания, спасибо, до свидания. Хорошо, все, до свидания, я уходите. Я, конечно, тоже люблю иногда повеселиться там с мутантами, там поубивать их, но все же это не этот случай. Я просто хочу сейчас свалить куда-нибудь подальше навсегда. Пожалуйста, уходи, все, давай договоримся слушать с тобой, кто-то там, ты контролер или этот, или бюрер, мне абсолютно пофиг сейчас на твою, ой-ой-ой-ой, это, по-моему, контролер. Это контролер, точно контролер. До свидания. Я... элитная свита. Вы не имеете права меня сейчас контролировать. Понятно, контролер? Не контролируй меня, контролер. До свидания. Фух, так спокойно. Дайте дух перевести. Сейчас. Дай дыхание переведу. Сейчас. Я вообще сейчас не понял, что происходило. В общем, чел, ты знаешь, что происходило? Ты слышишь? Долгарь нафиг. Мне сейчас надо где-нибудь проехать. Тут просто на автомобиле. Я хочу посмотреть самый оптимальный путь, чтобы никуда не врезаться. Так, ну. Ну хорошо, погнали тогда. Блин, вот сейчас я немножко, конечно, труханул, потому что это было как-то очень стрёмно. Я думал, то, что мне сейчас придет смерди. А смерди не пришла. Ну и слава богу. Так, спокуха. Мне сейчас надо проехать. Вот непруха. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Ты чего? Спокойно, он идет за мной. Я тебе сказал, не иди за мной. Какого фига ты ослушался моего приказа? Не имеешь права нафиг, я тут тобой манипулирую. Так что не имеешь, падла, права. Я буду отстаивать свои права в суде. Я тебя разведу нафиг, ты. Вообще никто и звать тебя, падла, никак. Понял, контролер вонючий. Лишишься своей работы. И будешь никем. Ха-ха-ха. Чё, напугал? Да напугал. Да вот так тебе и надо нафиг. Свинс. Не втыкать, шухер уехал. Или наоборот, только подъехал. Пацаны, что тут у вас? Что тут у вас творится? А, ну понятно. Я не туда подъехал. Мне туда надо. Мне обратно, извините то, что я вас потревожил. Мне в другую сторону. Не в другую сторону, но для начала я хочу посмотреть, что это там у вас такое. Там у вас трупенский лежит. В курсе то, что у вас там трупак где-то. А, или он за стенами. За стенами, наверное, да? За стенами? Нет, не за стенами, нифига. Тут у вас трупак лежит, вы в курсе? Можно мне его тогда, пожалуйста, использовать для своих нужд? Как бы просто, вы понимаете, трупаки, они такие. Они любят, когда их используют. Опа, видите, какие трупаки? Они мне прямо оставили. Ты видал этот трупак? Все, вот. Теперь его и лутай. А я пошел лутать еще вот этих мутантов, которых вы постреляли, в нем пусто. Ну, хоть он мне лапку оставил, я забрал, а забрал. Все, в принципе, нормально. На халяву уксус сладкий, как говорится, мне абсолютно плохо, чтобы его забрать. Но главное, чтобы в хорошем состоянии было. Все, теперь нормальненько, спокойненько можем себе ехать по своим делам в бар. А если точнее, то вот туда, в ту сторону. Я врезаться умудрился. А все потому, что там... аномалия. Вот она. Может быть, ты уже выключишь свет? Как думаешь? Я тоже считаю, что это нужно сделать. 29 хпс. Это норм. Так, хорошо. Спокойненько. Я бегу до бара. Добрый день, здравствуйте, полковник Петренко. Я рад вас видеть. Я слушаю. Я о бумагах с янтаря хочу поговорить. Я уже думал, что ты о них забыл. Принес все же? Да.
Вот все документы оттуда. Я все обошел, так что больше там искать нечего. А, так, 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 понятно. Так, отлично, надо их теперь пролистать. Да, похоже, кто-то серьезно прочитался и не уделил должного внимания безопасности. Это все-таки было. От такого даже у меня мурашки по коже. А это, ну, полное разгильдяйство. Но многое все равно непонятно. Сказать, что ты помог долгу, значит сказать мало. Держи свою награду и отныне считай, что долг у тебя в долгу. Вот тебе отличный костюм. Мы раньше закупали такие для бойцов и мой любимый ствол плюс патроны к нему. Значит, снайперский ЭКМ, ничего себе. Патроны, Форд, 8500, комбез долга, 4000 еще плюс рублей. С накидкой получен очко навыков, ну и отлично, рад был помочь, а награда никогда не помешает. Обалдеть. Я перегружен теперь из-за тебя, говноед ты долбанный, сволочь поганская. Ну нафига ты такое делаешь? С какой целью это было? С какой целью это было? Я тебя спрашиваю. 63,5? 67? Ну вот с какой целью ты это сделал, говноед ты вонючий? С какой? Блин, у меня тут нету Геркулеса никакого. Извините, пожалуйста. Слышь ты, говноедушка. Мой дорогой друг, ты мне можешь объяснить так? Патроны, вот эти патроны, что ли? Нафиг они мне не вперлись, знаешь ли? Или вперлись, или не вперлись, или вперлись. Так, подожди, мне надо тебе что-нибудь продать. Тут смотри, у меня вот это есть. Ты видишь, что вот это вот у меня важная, полезная вещица. Вот это говно забирай нафиг, мне оно не нужно. Так, это что, USP, Ford 20A. Вот это лучше или хуже? Отдача мощная. На, забирай нафиг. Значит, жрачки у меня полным-пально. Пальным-пально. Пальным-пально. Так, 8 патронов. На, забирай. Это что такое? Мне это говно не нужно. Так, понятно. И вот, 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 другое дело. Сразу как все освободилось. Ты видал, да? Ты видал, ты видал, ты видал? Ты видал, как сразу все освободилось? Или видал, я не знаю, кто ты. Ты кто, ты мужчина или женщина? Ответь мне. Ответь мне на этот интересный вопрос. Так, слышь ты, какой комбез лучше? Ты мне можешь объяснить? Вот ты мне можешь объяснить, мой дорогой, ты, мой, вот ты, мой дорогой друг, можешь мне объяснить? Какой комбез лучше? Долго или вот этот комбез? Да, вот мне вот это вот больше интересно сейчас в данной ситуации. Мне интересно очень сильно, какой комбез будет лучше. Я тебе всегда говорю, что бар аномальная зона. Только, блин, сюда не подкатить никак. Вот это вот досадно. А у меня места совсем нету. Слушай, а прикинь, а да, у меня идея появилась. У меня огромная, замечательная, наверное, идея появилась. Вот это вот, он уже устарел, смотри, 5000 стоит. Это 9000 стоит без улучшений, нафиг, без всяких. Вот давай я куплю для него патронов и буду, короче, им пользоваться. Вместо вот этого, вот буду пользоваться вот этим вот оружием. Прикинь, вот если сейчас. Вот и я им и буду нафиг пользоваться. Ты прикинь, я буду пользоваться этим оружием, и я буду вообще крутым человеком, нафиг. О. Продашь за 55 тысяч, слышь? Он мне готов продать это за 55 тысяч. Ну, отсутствует возможность бега. Говно. Говноед ты, вот ты кто, ты понял, кто ты? Вот я тебе объясняю еще раз, ты говноед. Вот по-другому я тебя назвать просто никак не могу. Вот ты говноед и есть говноед. Иди в подпенсию, понял? Я тебя просто потрошек немножечко, совсем малость, самую малость купил. А он у меня такой сразу, да иди мужик нафиг. Но если что, я не буду этот автомат продавать свой, который мой старый. Потому что может такое случиться, что эти патроны кончатся, мне их негде будет приобрести, а вот эти патроны, которые у меня сейчас на этом автомате, на самом основном, то они мне прям пригодятся как нельзя кстати будут прям мне. Вот, и короче, на всякий случай, так, чисто, так как запаску, так скажем, возьмем это оружие, вот и все. «Дико хочется пить!» Сказал мне только что вот этот вот человек. «И давай-ка выпьем с тобой». Вот эту банку. И ты прям сейчас напиши, вот прям возьми, сейчас напиши, если тебе не жалко, какое, а какой этот самый, какой костюмчик будет получше, монолита, вот этот вот костюм, или комбез долга. Вот мне вот это очень интересно было бы знать. Интересно было бы знать.
Вот это я сейчас продам, разумеется, соответственно, сейчас я это продам. Не думаю, то, что я сейчас это не продам, я сейчас это продам. Комбинезон туриста. Не продам. Не продам, даже не надеюсь. 9, 104, 9. Вот это выкинь как-нибудь, у меня шпиревет. Так, хорошо. 8250. У меня же гроза вся лежит там. 6, ты сколько весишь? 4-10. Надо освободить как-нибудь нафиг. Надо как-нибудь чисто освободить, блядь. 10. Патроны гранатовые для винтовок. Ты мне пока нафиг не нужен. Чё бы освободить? Чё? Да вот нафиг. Хлеба сколько тут? Хлеба нафиг. Вот. Это капец какой-то, я тебе отвечаю, это какой-то капец нафиг. Это какой-то звиздец. Звиздец. Это капец. Просто полный. Да ёшкина ты баба. Сколько там килограмм? Обалдеть, не встать. Вот опять начинается этот дебильный, никому не нужно бегать, не обалдеть. Да уж, капец до тебя далеко идти, человек. Капец, до тебя далеко идти, я офигею, до тебя, капец, как далеко до тебя, чё так дёшево. Смотри, 1398, смотри, вот просто смотри разницу, ты видишь разницу, да? 1398, запомни, 1398, 1698, 1698, 1698, 1650, ты понимаешь разницу, ты видишь, ты видишь эту разницу, я тоже вижу эту разницу, да капец. Разница-то большая, так-то он совсем обалдел, да? Такую разницу делать не надо. Ведь кто-то, да, офигеть, у меня научных аптечек 13 штук, по-моему. Офигеть. Офигеть, не так. Нет. Ну давай, за 2000 с половиной. 2500. Тебе нужна работа вообще? Ну, может, интересно, понятно. То есть работа ему нафиг не нужна. Не нужна работа. Не нужна ему работа. Значит, мне нужна работа. Ломать мясо? Да вообще без проблем. Сейчас только я посмотрю, у меня тут что-то в тайнике завалялось, да? Поганка. Хибеуанава! Ча! Какого нафиг черта? У меня артефактов полно нафиг. Я самый, наверное, богатый сталкер в зоне сейчас. Хоть и с таким немножечко говняным снаряжением, но, по-моему, я очень даже неплохой такой сталкер. По деньгам я имею в виду. А ты что тут до сих пор сидишь, бомжара? Здравствуй. Капец, надо же тебя так одели. Барс из шашлыков. Капец его там одели, конечно. Немножечко странно, но... В семье не без урода, как сказать. Шутка. Это не смешная, очень глупая, неправдоподобная шутка. Да. Так что ты ничего не... Вы ничего не слышали. Вообще ничего не слышали. Я вообще молчал, ни слова не сказал. Это что такое было? Это не смешно. Честно говоря, это совсем не смешно. Понятно. Понял, принял. Сколько ты говно вонючее весишь? 7 килограмм! Ты чё, я тебе 2 килограмма освободить должен? Иди ты... Нифига, разница, конечно, весь огромная. Ну окей, иди обратно. Офигеть, вот эта разница. Вот эта разница. Да. Всё! Обалдеть! Что я могу сказать? Ну ладно, я могу еще сказать? Поехали нафиг! Теперь у нас что за задание? Нам теперь надо вообще ехать к этому. Как тебя зовут-то, придурка? Заказ шустрым, вот. Ой, как далеко ехать-то? А это что еще такое? Лис. А что мне лис должен? А у меня есть какие-то вроде бы инструменты, нет? Блин, только ехать ночью придется. Ну да ладно, фиг с ним. Главное, короче, поехали. Поехали. Сказал человек, поехали.
не заправив свой транспорт. Это я и себя имею, если что. И надо сбегать, короче, транспорт еще. Ой, транспорт это купить еще себе. Сбегать, купить себе еще что-нибудь. А вернее, не что-нибудь. А сбегать себе купить этого. Заправочки. Сейчас бегаю, куплю. Только вот мне выложить кое-что надо. А хлеб я сейчас продам. И я надеюсь, у меня хватит места хотя бы на одну. И так сейчас побегаю. Два, наверное, куплю канистры две. Так, чтобы все это поместилось, мне надо обратно вынуть, значит, мою золотую рыбоньку. Обратно вынуть, значит. Мне пришлось еще колбаску продать и антирад, чтобы мне поместилась одна канистра. И вынуть. Ну вот это вот вынуть, да? Давай выну нафиг. Ничего страшного. На, забирай свою канистру. Все, наконец-то. Сколько у меня там канистр получается? Три канистры, все. Три. Ехать куда? Заказ шустрому, ну чё, блин, поехали. Что за нахер тут происходит, я спрашиваю. Откуда тут столько трупов? Где он? Так. Я спрашиваю. Я сейчас спрашиваю, что за говно происходит? Какого фига только что свернулась игра? Я вас сейчас это спрашиваю, я в шоке. Просто почему игра свернулась? Надеюсь, запись не повреждена. Ну, короче, вот. Я здесь. Не знаю, какого фига тут забыли трупы и почему один из них пустой, а один нет. Это мне тоже интересно. И еще один тоже не пустой. Скорее всего, его просто не нашли. Блин. Опа. О, как хорошо. Где эта псина? Бобик. Или кто-то там. Ой! Кто? Где, что это? Что-то было. Это нифига себе. Это кто это такой? Индеец долбанный. Ты как? Ты против собаки сдох? Ты в курсе, что ты сдох там против собаки? Офигеть, мне что-то сегодня везет на самом деле. Я думал, мне меньше вести будет. Нифига у тебя. Вот это у тебя снаряжение. Ну-ка ты посмотри. Посмотри-то. Офигеть. Прикольное снаряжение. Ну все. Ладно, хорошо. Собака, ты это, живи пока. Живи. А я это, поехал, наверное. Поехал. Это что за заговор нафиг до сих пор у вас тут происходит? Что тут за место-то такое бешеное? Что у вас тут постоянно по 12, по 13 человек стоит нафиг? Какого фига вы тут делаете? Да ну нафиг, что это за место аномальное? Либо со спавном разработчики игрались и что-то перепутали. Ну типа место спавна там или место, где они должны находиться. Либо я не знаю, что за такое. Но они тут что-то делают постоянно, я не знаю. Что это за место вообще такое? Тут нету ни артефактов, ни аномалий, ни мутантов вроде бы нету. Просто дорога, по которой ездят все нормальные люди. Но они какого-то фига тут стоят, и я вообще не понимаю, с какой целью. То есть... Ну, отлично, давай еще в аномалию попадем. Вообще будет все замечательно. Вообще прям, вот только аномалии для полного кобздеца нам тут и не хватает. Капец, ты недалеко светишь. Ой, капец, ты недалеко. Все, встречаемся на свалке. Ух, твою же дивизию. Вот я и здесь. Да уж. Ну, путь достаточно прямой. Ого, там какой-то тайничочек. Что это? Большой багажник. Ну, хорошо. Багажник мы обследуем, разумеется. Надеюсь, мне тут никто не будет мешать, пожалуйста, проезду. Я очень на это... сильно на это надеюсь. Вот только вот по воде он едет довольно-таки медленно. Хотя, если ехать на буханке в ДТРе, то это вообще отвратительно. Он едет не только по воде. Я не представляю, как бы ехала буханка по воде. Это было бы вообще попа. Полнейшая. Попа. Полнейшая. 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 Полнейшая.
была, была бы. Но ее нет. Вот такая вот красивая дорога ночная. Совсем забыл. О, хряки бегают. Ау-ау-ау-ау-ау. Тихо, я не вижу нифига, и у меня тратится почему-то прочность автомобиля. Ё-моё, состояние автомобиля. Взбирайся, моя ласточка хорошая, моя любимая автомобиля, ну нафиг, взбирайся. Да, дороги Припяти не предназначены для машин, но все же ты же есть у меня. Ты самая прекрасная машина, которую я видел в своей жизни. Сохранить, пожалуйста. Вовремя сохранился нафиг. Вовремя. Вовремя прям в нее прям врезался, прям вписался нафиг со всей дури в эту деревяшку, ёшкину, матрёшкину. Ну я не буду чинить, слишком хорошее состояние. Ну подумаешь, дым, подумаешь, ну ничего страшного, понимаешь? Ничего страшного, я просто немножечко что-то не в состоянии водить сегодня. У меня что-то сегодня с вождением проблема, наверное, перебрал слишком. В общем, нормально. Сейчас я немножко во вкус войду, я давно в Lost Alpha не играл, вот и все. Автомобиль давно не водил, так скажем. Я забыл совсем про это место. Это замечательнейшее место на свете. Вы понимаете, вот это вот место, оно самое прекрасное на свете. И днем прям по нему ездить, прям ночью по нему ездить. Самое удовольствие, которое только может доставить мне эта игра. Долбанная, блин. Да нифига она не долбанная. Нифига не вижу. Куда ты? Твою дивизию. И опять эта коряга. Ну, из нее я на этот раз и выйду. Ё-моё, да я ничего не вижу, мне еще свечивает в глаз долбанное окно. Я бы мог закрыть шторы, но не могу. Ну, не могу. Да давай уже. Ё-моё, уже и бензина нет совсем. Чё-то заглухо. Ты чё заглухо? Вот давай выезжай уже отсюда, я нифига не вижу. Из-за этих кустов. Куда, блин... ехать, я вижу только эту коряжу. Я нифига не вижу. У меня состояние плохое. Бензин вообще улетел куда-то в задницу, в полную. Я вообще еду не в ту сторону. Да ё-моё, что с тобой такое? Что со мной, вернее, сегодня такое? Объясните мне, друзья мои дорогие, пожалуйста. Я ненавижу, вот ночью ненавижу ездить нафиг. Фиг проедешь, долбанный, блин. Почмах, блин. Попробую тут нафиг ночью проехать. Вот где? Вот куда мне сейчас ехать? Вот где я нафиг? Я застрял, да, наверное? Нет, нифига я не застрял. Твою дивизию, заезжай уже. Есть же какой-то более такой продуманный, есть путь, который вообще не заставляет меня никуда падать. Но я, блин, не помню, я его не вижу. Я его не помню, я его не вижу. Я помню, что он есть, но я не видел его, вы понимаете? Но ничего страшного, нафиг. Это зона. Это долбанная, блин, зона. Пром. Так, спокойно, я, главное, сейчас никуда бы не шлепнуться. А то еще сейчас давай долбанусь нафиг куда-нибудь. Об землю и все. И тогда уж точно минус тачка. Спокойно. Все. Ёшкина ты баба, капец ты дымишься, машина. Ёшкина ты баба, так еще хлеще. Можешь успокоиться, пожалуйста, хватит дымиться так сильно. Обалдеть он дымится, обалдеть в нем. Обалдеть состояние машины. Где я нафиг? Не, ну это капец. Вот это вот нельзя уже оставлять просто так. 3 из 3, 1 из 3. Все. Чини давай. До свидания. Водила. Называется. Водила. Замечательный самый водитель нафиг на свете. Да ладно, не надо сейчас говорить, что типа водить не умеешь. Умею я водить. Иногда не получается. Это у всех такое может случиться. Я же вас не обзываю, что ты водить не умеешь. Я этого не говорил. И уже пить захотел. И бензин кончился. И все кончилось. И еще и пить захотел. Я, конечно, доволен. Доволен. Был бы, если бы у меня не было нафиг перегруза. Но я опять нашел артефакт. Артефакт кровь камня. Кстати говоря. Да, этот артефакт называется кровь камня. Это хорошо. Очень хорошо. Вот то, что артефакт нашел, хорошо. И то, что ремкомплект нашел, тоже вполне себе замечательно. И уберу его обратно. Хых. Все. Вот теперь можно нафиг
отправляться путь. Нифига не вижу. Вот ты видишь что-нибудь? Ты нафиг что-нибудь видишь? Вот этот свет. Я вообще нифига не вижу. Все, встречаемся на кордоне. Ну, куда я еду? Что за говно? Что нафиг? Куда я еду? Я никуда не нажимал. Алло. Меня машинка куда-то везет. Только она управлять сама не умеет, к сожалению. Придержись, прав, сталкер. Да знаю я. Я знаю ваши долбанные дебильные правила. Расстрелял бы сейчас всех, но не хочу с вами портить отношения. Можно проехать? Пожалуйста. Пожалуйста. Я ж вас сейчас задавлю, придурков. Я ж просто сейчас вас возьму и задавлю, придурков. Вы понимаете, вы еще... Можно пробочку, пожалуйста, не устраивать. Мне тут проехать надо. Спасибо. Можно? Тихо, тихо, ты дебил. Лучше ты объедь. Вот здесь. Ау. Ау. Чё творится? Что с тобой? Что? Что нафиг происходит? Что это сейчас было нафиг? Это, вы это видели нафиг? Что нафиг это было? Вообще сейчас нифига не понял. Куда я еду-то? Я сейчас вообще не вижу низги. Идите вперед, не шлепите мозги. Я серьезно, вообще нифига не вижу. Куда я еду нафиг? Где я? Вот сейчас я смотрю вперед, я вообще нифига не вижу. Ты понимаешь, я не вижу абсолютно ничего. Ничего. Ты меня спрашиваешь, вот сейчас ты меня спросишь. Ты что, не можешь ярче сделать? Нет, не могу. Во-первых, мне надо слишком долго заходить на паузу. Во-вторых, это как-то не совсем. Не хочу очень долго. Мне там приходится ждать нафиг полчаса. Где я? Что за... Мне кто-нибудь может объяснить, что это сейчас было? Я вроде как попал в аномалию, это я понял уже. Это я уже понял. Ну что? Ну нафиг эту зону, блин. И минус бензин! Чё так бензин-то растрачивается? Ты чё вообще, что с ума сошла, слышь? Машина, автомобилина. Ты с ума сошла, автомобилина? Слышь, я тобой водить не хочу, я хочу кого-нибудь БТР тогда. Еще и глохнет нафиг. Я не хочу, я хочу машина, которая не растрачивает столько бензина. Он, между прочим, не самый-то маленький. Он весит не очень-то мало. Между прочим, если ты не знаешь. Я не вижу, куда я... Куда мне ехать? Вот объясни мне сейчас, где мне объехать. Я не вижу ровным счетом нифига. Вот, нашел. Нашел. Я смог случайно найти путь. Это чисто случайно. Я просто смотрю, я ориентируюсь просто сейчас по карте. Я не вижу впереди себя и вообще ничего. Ни одного, нифига. Вот вижу вот полосы, все. Вот если вы сейчас видите, возможно, просто я... Как бы у меня бодикам, он сам по себе делает светлее саму запись. Вот вы, может быть, сейчас что-нибудь видите. Я вот чисто не вижу нифига. Это вам по чесноку, я говорю. Я сейчас ориентируюсь, вот. Чисто мини-карта, вот, все. Я вижу то, что я иду по дороге, и все. И больше мне ничего сейчас не интересно. Я просто хочу доехать спокойно, и все. Я вроде бы уже доехал, да-да-да-да-да, вроде бы да. Я доехал или нет? Вот кто видит, она куда-то меня несет, нафиг. Что с ней? Что с ней? Она сама едет. Она сама едет. Я тебе отвечаю, она сама едет. Смотри! Я ничего не делаю. Вот мои руки. Смотри! Смотри! Да как нафиг понимать автомобилина? И это не с горы. Потому что если она... Ну, если заглушить ее, то она так не делает. Какого? Она сама себя вводит нафиг. Твою дивизию, что с тобой происходит? На тебя аномалия, похоже, плохо повлияла.
Надеюсь, я никого не задаю, а опять это мертвое что-то лежит. Спокойно, нафиг вы это все, спокойно, спокойно. Меня не переживай, ты так сильно. Просто автомобиль себя, ты сам, вы сами видите, нафиг, ведет себя. Я сейчас просто остановился. Он взял и поехал сам. Вот сейчас он чисто поехал сам. Вот это, я тебе отвечаю, я вообще сейчас был ни при чем. Я вообще сейчас нафиг был ни при чем. Слышишь, шустрый? Ты понимаешь, шустрый? Что за говно творится? Ну, привет, дружище. Ну что, ты уже можешь заплатить мне за Магнум? Да, я как раз хотел об этом поговорить. Нашелся заказчик и уже внес предоплату, так что эта часть денег твоя. Отлично, мне наличка не помешает как раз. 11 тысяч рублей, нифига. Мне, привет, хотел поговорить кое о чем. Да, спрашивай, я так смотрю, ты вроде из военных, как ты? Ты что, не знаешь, я... А, у меня же этот, костюм-то у меня же в этом, в автомобиле не. Да? 70 долбанных, блин, килограмм. А, ну в принципе я ж... я тупой, нафиг, я ж все это выложить могу теперь. У меня ж как бы место появилось свободное. По сути, да-да-да. Ну все, вроде сейчас выложу кое-что, так, 4. 4. Нафиг мне пистолет тут лежит? Нафиг! Сними пистолет, пожалуйста. Спасибо. Я благодарен. Он... Выбросить я могу. Положить в багажник. А, места нет. Вот я дебил. Смотрю, чуть я не могу. Не могу в багажник положить. У меня места нету, дебил, блин, тупой. А вот и костюм. Вот что действительно было тяжело достать, так это его. В подземках чего только не водится. Ну и награда будет соответствующая, когда я получу за него деньги. По рукам? Да, схема отработанная уже, все понимаю. Приходи тогда позже, рассчитаюсь с тобой. А, каким будет следующее задание? Пока никаким. Мне сейчас кое-какие другие вопросы надо решить. Я дам тебе знать, если что подвернется. Кстати, тут в кармане костюма ключ какой-то лежал. Возьми, может пригодится. Ключ от подземной двери. А, я знаю, там дверь есть одна. Ну я фиг знает, может быть там что-то лежит полезное, а может быть и нет. Ну там какая-то дверь, короче, точно была. Это я точно знаю, абсолютно прям точно. Мне сейчас, кстати, поспать надо. И что у нас вообще за задание-то с собой? А, найти призрака, отправиться на завод Росток. Понятно. Найти X14 и документы. Это что? Это на завод Росток. И найти X14 и выкрасить этот документ в Елесу. У нас, да, работы у нас вообще что-то полным-полно так-то. Слышь, мне нужна работа. Уничтожить кабанов, а найти ухо карлика. Да, вообще без проблем. Слышь, чел, овек. Чел, овек. Вот ты чел, овек. Чел, овек. Вот это он. Чел, овек. Вот это вот, вот он. Вот это вот он, он. Вот это вот он, он. Да, больше я ничего не могу сказать. Чел, овек, это он. Так, открыть багажник. Что там? Ухо карлика ему, да? Ну, пожалуйста, свинтяй. Свинтяй! У меня для тебя ухо карлика осталось. Свинтяй. Погоди, у меня вообще много денег-то. 128 косарей. Нифига я миллионер. Миллионер. Миллионер, так говорится. Миллионер. Кровь камня у меня, да, есть? Значит, я по поводу работы. Мне нужна работа. Медуза. Уничтожить хвост этой собаки. Дайди в жопу. Дайди в жопу. Что бы у тебя купить-то, придурка? Что бы у тебя, придурка, купить, скажи мне? Ничего у тебя не покупать, да? Ну, хорошо. Дай я посмотрю, у меня тут... Что за тело греека тут лежит? Так, тут пусто. Хорошо, больше сюда ничего складывать не буду. Тут Сидрич сидит, он может у меня спереть. Пойдемте улучшать наш с вами костюм. Пойдемте улучшать долго, и на этом, наверное, пожалуй, закончим эту серию, потому что... Потому что вообще на полтора часа появилось. Но если на час, то будет, наверное, хорошо, я не знаю. Но лучше такие длинные видеоролики не делать минут на 40, на 50, наверное. Ну, на час тоже неплохо, но, блин, слишком длинные, мне кажется. Но я стараюсь делать поменьше. Ну, что ты от меня хочешь?
хочешь. У меня не получается. Что ты мне хочешь? У меня не получается. И что? И что? Не получается, что ты мне хочешь. Вот не могу я ничего делать. Не могу. А, что так выключить свет? Что можешь интересного сказать? Ничего я тебе не могу интересного рассказать. Мне надо улучшить вот это вот говно. Переносимый вес. Раз. А вот это говно. Два. А вот это говно. Три. Все. Спасибо. У меня 126 тысяч. Сирусли. Сирусли. Да ну ты чё, дебил, что ли? Где мой автомобиль? Иди сюда, автомобиль. Автомобиль, автомобиль. У меня вроде есть какой-то инструмент. Для какой-то там работы, нет? Или мне кажется? Инструменты, инструменты, инструменты. Это что такое? Это новелла. Я не знаю, куда девать новеллу. Мне никто не пишет. Чего мне не пишете, куда девать новеллу? Я нафиг не знаю, куда ее девать. Водка чуп-хоп. Чуп-хоп. Чуп-хоп, а я читал чуп-хоу. Ну, вот так. Как-то. Как-то так. Как-то так. Офигеть, у меня КПК. Ёпти шмопсель, ё-моё. Куда тебе вас девать? Ё-моё. У меня КПК полно, нафиг полно. Может, они кому-нибудь пригодятся, когда эти фиксы. Ну, КПК у меня реально много. Ну чё, ладно, наверное, на этом можно заканчивать серию. В общем, друзья, всем спасибо, как говорится, за просмотр. Разумеется, счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. И никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах, не болейте.